Азербайджан готовится к проведению летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля. Как рассказала глава пресс-службы Министерства молодежи и спорта Сямая Мамедова, проделанную работу высоко оценили посетившие Баку представители координационной комиссии Европейского олимпийского комитета. В рамках визита делегация побывала на спортивных объектах, а также посетила Национальное антидопинговое агентство и Институт медицинской реабилитации. Представители делегации были детально ознакомлены с вопросами питания, транспорта, безопасности, условиями проживания в деревне атлетов. Были обсуждены все технические вопросы, и, как отмечали представители координационной комиссии, правительство Азербайджана ведет успешную подготовку к фестивалю. По словам Сямаи Мамедовой, как и во время проведения Европейских игр и игр исламской солидарности, в дни фестиваля спортсмены будут проживать в деревне атлетов. Ожидается, что для участия в международном спортивном первенстве в Баку соберутся представители 50 стран. До сегодняшнего дня Европейским олимпийским комитетом было подтверждено участие руководителей 49 государств. Ожидается, что в рамках фестиваля в Баку приедет до 4000 гостей, более 1500 из них – официальные лица. Состязания будут проходить на 12 спортивных аренах. На большинстве из них состязания проходили в рамках первых Европейских игр, а также игр исламской солидарности на тех спортивных объектах, которые будут принимать международные спортивные соревнования впервые. Был проведен ряд технических работ. Отметим, что Европейский юношеский олимпийский фестиваль будет проходить в Баку с 20 по 28 июля. Лейла Курбанова, Сурая Гулиева, Руфат Алекперов, CBC.